Дорогие друзья, весь российский шоу-бизнес с самого утра обсуждает эту трагедию. Я прошу вас подписаться на наш канал, поставить лайки, нажать на колокольчик, чтобы завтра рано утром не пропустить продолжение этой всей истории. Мы знаем, что для многих из вас известная российская певица Юлия Чичерина является одной из самых легендарных певиц России. Вчера вечером в городе Томске произошла трагедия. После концерта нашей певице стало плохо. Хорошо, что на концерте находилась скорая помощь. Медики оказали ей первую медицинскую помощь и забрали ее в больницу. Ее концертный директор сообщает о том, что сейчас Юлия Чичерина находится в больнице, с ней все хорошо и нету повод для того, чтобы волноваться. Подробности будут уже завтра на нашем канале, друзья, поэтому подписывайтесь на наш канал. Каждое утро мы делаем для вас интересные новости. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, друзья, и до скорой встречи вам.